Резко. Вот просто выбегаем и сразу бежим в офис. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис мод, карта FNAF 2, и будем проходить сюжетку, которая встроена на карте. Я зашел в Гаррис мод, и эта карта сразу обновилась. Это означает, что ее обновили и что-то добавили новенькое. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы смотрим, что добавили, и пытаемся пройти сюжетку. Может быть, добавили кнопку третью? Нет, она не работает. Давайте тогда попробуем Мисс Фитц. Обычно мы нажимали две кнопки, но приходили только эти аниматроники. Теперь мы нажимаем только одну кнопку и посмотрим, придет ли вот тот глазастый черный Бонни. Так, давайте пройдемся, пока они активируются. И посмотрим, что здесь добавили, что обновили. О, я слышу, уже мангл шумит. Раньше она никогда не шумела сразу. А теперь идет шум. Даже страшно подходить. Ну давайте рискнем, может все-таки меня не убьет? Нет. И нельзя близко подойти, раньше и по ней можно было прям потоптаться. Ну, идемте с вами на рабочее место. Постараемся не проиграть. Топ. Не уже послышал, что сзади аниматроник идет. Надо быстрее дойти сюда. Так, проверяем. Свет работает. Здесь работает. Здесь все работает. Напишите в комментариях, смогу я пройти сюжетку или нет. Хотя здесь нету времени, ничего нет. Это очень странно. Могли бы добавить время? Может, будет такое обновление, что добавит время, и мы будем видеть, какая ночь и время. Ну, для начала у нас сюжетка. Только слышу, как вентилятор шумит. Аниматроников нету, но они не сразу активируют. Давайте поклацаем. Рассказывай, что я сейчас проиграю. Внимательно слушаем. Все стоят на месте. Может, пойти нам еще одну кнопку нажать? А почему бы и нет? Давайте еще нажмем и вторую кнопку. Это было прям эпичненько. Так страшно ходить по этой пиццерии, уже какой-то есть страх. Одному вообще страшно играть, а я с подписчиками не так страшно, а одному стрёмно. Отлично. Я уже боюсь закрывания дверей. Все стоят. Может, карту поломали, она уже не работает, хотя маловероятно. А ну-ка, катулку. Не слышно. О, помните, тут пасхалки были? Можно эти игрушки собирать? Но оно ничего нам не дает. Так, тут закрыто. А почему они все стоят и не идут ко мне? Давайте еще раз нажмем на телефон. Сейчас бах, и аниматроник резко появится. Телефон на месте. Не нажимается. Тихо. Слышите? Аниматроник ходит. Я уже слышу. Так, они все стоят. Тут. Кого? Здесь. Никого. Никого. Если вы хотите испугаться, поиграйте эту карту одному ночью. Вы поймете, насколько это стрёмно, потому что здесь такая музыка атмосферная играет. Аниматроники не оживают, а почему? Опа! Уже одного аниматроника. Тихо! Стоп! Забирай свои слова назад, что ничего не работает, все заработало. Давайте немножко к своему месту будем приближаться. Они все ожили сразу? Зря, наверное, нажал две кнопки, ребят. Надо было одну нажимать. Быстрее бежим! Ах ты, ё-моё, блин! Ого! Аж волосы чуть не повыпадали. Вот это было... это было стрёмно. Так, ты чё меня так испугала? Где он был? Ой. Я боюсь выходить. Давайте удалим дверь. Чпоньк, и мы теперь будем все видеть. Эй, дайте выйти, я же один. Чика, нажимаем кнопку. Чинкс. Здесь чинкс. Испугает ее кнопка? Я тебя вижу. Ах ты!
Так зачем вы сделали кнопки? Убивает меня, ну блин. Вот это стрём. Может, и есть обновление? Ушла? Убила и ушла. Я уже проиграл два раза за такое короткое время. Я слышу, как мангл шипит. Она где-то здесь. Кстати, нельзя заходить в такие двери. Хотел только сказать, она сейчас закроется. Представляете, как предугадал? Да ну вас нафиг, я вас боюсь. Аниматроники. Включаем. Здесь включаем. Здесь включаем, все везде включаем. Энергии нет. Этот звук издает обычно Фредди. Но его нету почему-то. Так, смотрим на сцену. У нас нету Бонни. А где он? Это будет, наверное, лезть откуда-то. Подлец такой. Слышите, идет кто-то? Ребята, следующую карту, которую буду один играть, это аниматроники, где они прям ходят. Это будет, конечно, сильно страшно. Так, еще один аниматроник исчез. Остался один Фредди. Бонни и Чика уже выдвинулась за мной. Ничего, я проживу. Проживу, я смогу. Если честно, очень страшно. Получается, она там? О, она за дверью, представляете? Прям рядом-рядом. А если я так буду стоять в дверях, она меня не убьет? Блин, никогда не знал, что так буду бояться этой игры. Я могу еще ночной режим там подрубить? Ой, вообще жир. Только это мне не поможет. Тихо, балунбой, отвали. Давай свет включим. Отвали. Я с тобой не дружу. А, он уже здесь. Он сейчас энергию хочет у меня украсть. А он меня так не убьет, у него не получится. Или А, он ушел. Тихо. Тихо. Внимательно слушаем. Тут бывает марионетка из-за угла выглядывает. Помните, вот так вот висит на потолке и торчит башка. О, открылась дверь. О, Мишка одного нашел. Давайте его отнесем себе. Ой-ой-ой-ой-ой, я вспомнил. Я вспомнил. Давайте здесь постоим немножко. Или пробежим вот так вот резко. Так, надо ждать теперь, пока она уйдет. На, забирай. Он мне не нужен. Так, садимся, тихонечко идем. Мне кажется, она меня так убьет. Надо подождать, пока она уйдет, и просто забежать. О, шкатулка! О, мангл! Вы видели, они все поприходили? Они меня так не убьют, потому что у меня нет на рабочем месте. Думают, где охранник? Ты же должен там быть. Ха-ха-ха, меня нету. Ну что, давайте, как вы меня убьете? Ха-ха-ха, ля-ля-ля. Так, еще ждем, должна прийти к нам марионетка. Я знаю, что она должна здесь быть. Так, давайте попробуем все-таки проскочить и резко забежим в кладовую. Напишите в комментариях, получится или нет, но я надеюсь, что у меня все получится, и мы затащим. Резко. Вот просто выбегаем и сразу бежим в офис. Ёлки-мото... Я живой! Представляете, это просто был скример, она на грани, меня убила бы. Ушла. Мангл ушла. Отлично, Чика, уходи. Молодец. Отлично, можно и выйти теперь тут постоять. Так, марионетки нету. Здесь никого нету. Эй, балунбой, отвали от меня. Балунбой убивать не может, он может только украсть энергию, насколько я знаю. Айди по башке сейчас надо, если ты будешь на меня орать. Ой, я Мишку заберу. Так, Мишка, иди ко мне. Ой. А, понял. Коньк. О, у меня теперь Мишка лежит. Так, еще один Мишка, насколько знаю, он находится в туалете. Давайте попробуем пройти. И сейчас тут на входе никто не стоит, как всегда это бывает. Ад, зараза, охраняет унитазы. Ай, попробуем зайти. Не получилось, не получилось. Блин, когда страшно, хочется смеяться, потому что смех снимает стресс. Че он стоит так долго? Ты же должен там пару секунд постоять и все. Энергия не работает, представляете? Все-таки он смог украсть энергию. Не работает.
Хоть камера работает, теперь вижу, что в туалете мангл стоит. Только она уйдет, а сразу побегу мишку возьму. Лунбой. Мангл. Давайте включаем свет. Кстати, эту энергию он не украл. А фонарик не работает. Ё-моё! Нажимаем кнопку. Блин, он же забрал энергию. Так, стоим здесь. Стоим здесь. Отлично. Я думаю, честно, я проиграю, когда вот в тот раз выйду. Он меня замочит. Так, ребята, по камере все отлично. Балунбой, ты серьезно? Вот так будешь стоять всю серию теперь над головашкой мне тут? Слышу мангл. Она приближается. Кстати, она же через вентиляцию может прилезть, насколько я знаю. Идемте, возьмем мишку. Стоп. Кого нету? Отлично. Сколько знаю, где-то мишка здесь в туалетах лежит. Нету? Понял. Давайте зайдем в джентльменский. Это был мадамский. Так, здесь нету. Чпонькс. Чпонькс. О, вижу, вижу, вот он. А еще давайте здесь посмотрим. Может, здесь все-таки лежит? Что ж там тарахтит? Фредди, ты что? С ума сошел? Успокойся, псих. Быстрее бежим. О, я вспомнил. Мне надо сюда зайти. Хорошо, что я успел и понял, что она меня сейчас замочит. Ушла, отлично. Давайте повключаем свет на всякий случай. И здесь включим свет. Ах ты, зараза, до сих пор, да? Так, давай мне мишку сюда. Ой. Ой, что-то... Странно, они как-то ложатся. Так, где наш шарудит? Я ж слышу, прям где-то ходит. Опа! Ах ты! Я ж хотел включить фонарик, а? Ах ты, зараза, и ушел сразу. Представляете, какой хитрый? Не-не-не-не-не. Замочили, и сразу тишина. Никого в ходе нет. Он что, серьезно будет ставить всю серию здесь теперь? Это как-то, ну, не должно так быть. Раньше же такого не было. Вот кто помнит старые серии, он никогда так долго не стоял. Ну, по башке ему надаем. Ой, помню, вспомнил, вспомнил. Давайте попробуем нажать кнопочку. Ай, кнопка ж не работает. Балунбой заблокировал все клавиатуры. Стоит. Чекуля. Так, она меня не убьет, даже если я буду в ходе стоять, она меня не сможет убить. И что? Не, ну серьезно? Балунбой не будет уходить. А че он приклеился? Ребята, кто знает, что надо сделать, чтобы их не было? А, такой звук, когда я его шагаю. Трое пришли! Ребят, ну что, вы серьезно? Я же проиграю так. Я боюсь выйти даже. Пока я здесь, они меня не могут убить. Смотрите на ее лицо, какая она злая, а? Ну-ка. О! Марионетка, да ладно. Раз, два, три, четыре аниматроника. Пять! Ого, они меня окружили. Прям сильно. Так, кстати, я вижу вход, никого еще нету. Еще Фредди должен прийти. Марионетка, видите? Смотрите. Марионетка уже ко мне идет. Колокольчики свои запустила. Не, ну это не серьезно. Чик, ну. О, пришла, как я и сказал, на потолке висит и веселится. Можем даже вот так вот сделать. Типа она стоя на меня смотрит. Ты же горит, смотри, тут можно что угодно сделать. Отлично. Пробуем выйти и нажать кнопку. Не работает. Давайте заходим назад. Я уже боюсь здесь стоять даже секунду. А если пролезть через вентиляцию и за день ее пройти, получится или нет? Ой, точно. Классно. Я не знал, что так можно. Буду знать. Я попробую сзади обойти и постро чай дать. Это будет прикольно. А ну, иди сюда. О, ушла. Молодец. Так. О, она уже тут. Да ладно, как так быстро? Я тебе буду включать свет.
Полумбой, хоть ты фонарик здесь не можешь отключить мне. А, прям быстро отключается, смотрите, когда его нет, оно... А! Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрите мои ролики, еще. It's delicious.